В этом году мы отмечаем достаточно большое разнообразие образовательных программ, которые выбирали участники вот этой образовательной нашей деятельности. Прошли обучение они по традиционной достаточно программе менеджмент организации и также инновационная программа, связанная с управлением проектами, с инновационным развитием предприятий. Часть участников президентской программы прошли обучение по курсу топ-менеджмент и зарубежное финансовое управление, поэтому набор действительно такой не просто разнообразный, но еще и очень интересный, и самое главное, что практическая ориентация, прикладной характер этих образовательных программ помог участникам президентской программы разработать свои собственные проекты, направленные на совершенствование деятельности тех организаций, в которых они работают, где являются руководителями, кто-то даже учредителями этих организаций. Поэтому мы надеемся, что для каждого участника и для каждой организации, которую они представляют, это будет определенный толчок для нового этапа развития, связанного с появлением и продвижением новых товаров на новых сегментах рынка, что должно дать свой экономический эффект и для Вологодской области, для ее экономического развития.